Вопрос, как вы думаете, о крещении детей лучше позаботиться родителям или подождать их сознательного возраста, видимо? Это зависит от того, являются ли родители верующими православными христианами. Или же для них это вопрос просто традиции, там какого-нибудь красивого обряда или еще что-нибудь такое. Если сами родители верующие православные христиане, то, конечно же, они захотят. Любой родитель хочет самым лучшим поделиться с ребенком. Для верующего, подчеркну, православного христианина, вера и отношения с Господом, причастие, которое получает только крещенный в церкви, все это, конечно же, самое ценное. Как можно не желать поделиться со своим ребенком самым ценным? Но если родители, о которых вы говорите, они сами неверующие, в таком случае, строго говоря, их ребенка и крестить не следует, даже если они его принесут. Потому что младенцев мы крестим по вере тех, кто их приносит.